Присаживайтесь. Чем обязан? Я сегодня новость про Сашу увидела. Ой, про Витю. Как там его фамилия настоящая? Да, я тоже видел. А вы что-то знаете про это? Не больше, чем было в новостях. Хранение, распространение. Ну, такой оказался персонаж. Ну, вообще он не такой персонаж. Это все очень странно, честно говоря. Сначала наша с ним история, сегодня он вдруг наркобарон. Полина Алексеевна, я работаю в компании далеко не первый год. И поверьте, жуликов перевидал горы. Всегда всем что-то будет нужно от вас. Такова обратная сторона медали. Это я уже поняла. Ну вот и славно. Моя работа — вас оберегать. Так получилось, что этот Витя оказался как раз тем самым жуликом. Вскружил вашу юную голову. Перешевелите. Идите дальше. Ну, а мы подстрахуем. Ты офигел, что ли, совсем? Не понял. Ты мне кто, брат? Или папа, может быть? Мы родственники? Нет. Я просто... Я же знаю, что это вы его закрыли по своим ментовским связям. И не надо мне рассказывать, что он вдруг Пабло Эскобаром стал. Я не дура. В таком случае этот вопрос вам следует обсудить с вашим братом. Я обсужу, обсужу. Только если Саша, Витя, завтра не выйдет, я тебе лично такое устрою. Я все говно наружу вынесу. У меня друзей тоже хватает. Дима, ты можешь, а ты будешь шлагбаум на парковке поднимать. Понял меня?